В Саратовской области направлено в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, торговавшего БАДами. Сотрудниками Главного управления МВД России по Саратовской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой обманывали граждан, продавая по завышенной стоимости биологически активные добавки под видом высокоэффективных лекарственных средств. Подозреваемые создали колл-центр и курьерскую службу. Таким образом, они обзванивали потенциальных клиентов, распространяли БАДы по регионам России. Реклама якобы чудодейственных препаратов размещалась в средствах массовой информации. Выявлены и доказаны факты мошенничества в отношении жителей Саратовской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Орловской областей и Краснодарского края. Вводя в заблуждение доверчивых граждан пенсионного возраста, злоумышленники представлялись медицинскими работниками и ведущими специалистами известных клиник города Москвы, а также клиник других регионов России. Подозреваемые убеждали своих клиентов в том, что им необходимо приобрести препараты, если они хотят избавиться от всех своих недугов. В результате проведенных мероприятий и следственных действий были установлены 15 участников группы. При обысках изъяты денежные средства, биологически активные добавки, печати различных организаций. В настоящее время 371 человек признаны потерпевшими. Установлен ущерб в сумме более 14 миллионов рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество, а также по статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.